Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о моделях, которые привезет в Россию Audi. В открытой базе Росстандарта появилась информация о расширенном сертификате от ETS на обновленное семейство Audi A6, A7. Согласно документу, который начал действовать с 16 марта 2020 года, в Россию приедут новые заряженные версии Audi S6 и S7, A6 Avant и A6 Allroad Quattro. В оснащении седана S6 или Back S7 будет находиться бензиновый мотор V6 TFSI объемом 2,9 литра, оснащенный двумя турбокомпрессорами и электрическим наддувом. Мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Также автомобили комплектуются 48-вольтовым стартер-генератором, который позволяет экономить топливо. В паре с указанным силовым агрегатом будет работать 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода. Благодаря такому мотору скорость в 100 км в час с места автомобиль набирает за 4,4 секунды. Кроме 450-сильного бензинового двигателя, силовая линейка A6 A7 в России пополнится 3-литровым турбодизелем, выдающим 249 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента, который, кстати, установлен на кроссовере Q5 45 TDI Quattro. Кроме того, расширенный сертификат от ETS позволяет продавать на российском рынке гибридную версию кросс-универсала A6 Allroad Quattro. Она будет предлагаться с 3-литровым агрегатом, системой полного привода и пневматической подвеской. Стоимость новых версий семейства Audi A6 A7 пока не называется. У меня на этом все. Еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantas.news. Пока!